Блять, это не слышишь, конечно. Что, уже ездит? Да, уже ездит. Ёханы, фолловеры, слышишь, ждут, уже пишут, блин, когда мы увидим это, ну, скоро увидите, это произведение искусства, блин. Осталось сварить кузов и все. Какой кузов? Кузовочек такой. А, это ты ж не пугай, я думал кузов наверх, типа. Там чисто вот тут для кабанчика, который был. Да, для кабанчика, для двух человек. Блин, ух ты ж, блин, я, подожди, а руль? Ну, руль грустный, но он собирается установить электроусилитель. А что не поворачивается? Ну, что на месте очень тяжело поворачивается. Блин, офигеть. Как обычно звонит Nokia. Короче, да. Ну, уже на финишной прямой проект, да? Уже все. Уже... Я уже даже посидел на нем. Полный привод уже подключен. Он А, уже работает, запуны и все. Все агрегаты после капремонта. Вот, ну правда капремонт, я так понимаю, им сделали слабенький. Капремонт, говорит, еще не поехал. Это не мы делали. Уже течет, блин. Ну я понял, блин. Мы не делаем капремонт агрегатов. Говорит, это хозяин сам. Так, подожди, а лебедка тут? Ну да. Офигеть, блин. Вот, типа твоего узла переднего. Да, на. Открывай пока. А, это подвесной? Типа подвесной? Она ездит, но бензина нет. Уже не ездит. Привет. Она ездит, такие прихожаем, да? Только когда я прихожу, она вообще это, разбирают ее сразу. Она ездит, да? Она ездит, только бензина нет. Блядь, злые-то бензина. Куда злые-то? Я наоборот не разрешаю заливать бензобак, потому что еще полно смарт. Да, чтобы не было этих. Ну, короче, скоро старт, ждем. Ждем считанные месяцы осталось, да, до старта? Возможно, считанные дни. Может и дни, блин, ну, ладно. Надеемся, что мы это сможем снять, это произведение искусства. Вот. Блин, так она уже на ходу. Цепной привод на перед. Где цепной привод? Как цепной? Ох ты ж, блин! А иначе... Стой! Никак. И значит... Вот эта схема, вот никак. Это, блин, круто! Подожди, дай, блин, ты что, такого, блин, самое главное не снял. Цепной привод, ты посмотри, что творится. Охренеть, блин, вот это технологии. Слышишь, так она, наверное, вообще, на ней в космос можно лететь будет. А вы Волгу там не погнули? Нет, это чуть-чуть, она еще. Ей это не вредит пока. А что, так не заедет, что? Цепной привод, а ну откуда его видно? Слышишь, так это и на УАЗе можно применить такую схему. Можно, но в твоем случае можно было сделать и на прямик. В этом было это невозможно сделать. Ну да, тут покажу поддон, да? Поддон, короче, коробка, раздатка вон аж где. То есть вот эта вся магистраль. Она прямая, да, но редуктор с другой стороны. А редуктор перенести нельзя было? Ну, это надо было делать полуоси на заказ. Короче, целый геморрой. Легче, да, было так сделать этот самый узел. Слышишь, так вот этот можем мы в УАЗе у меня убрать, вот этот угол сумасшедший. Ну, теоретически, задний. Теоретически, да. Но эта штука имеет ограничение по скорости. Я бы на ней быстрее 40 км в час не ездил. А как же мотоциклы ездят? 300, я знаю, у меня там товарищ, я познакомился недавно. Разные цепи. 307 километров он ездит. Разные цепи. Разные цепи, да, согласен. Короче, все, ждем старта. Вот так, Валера Лошара, блин, смотри, блин, какая должна быть Нива настоящая, да? Смотри и дорабатывай, специально видео для тебя.